10 миллионов шагов прошли в Омске участники Всероссийского дня ходьбы. Пеший марафон прокатился по 11 городам из каждого часового пояса нашей большой страны. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Стартовал форум в Петропавловске 3 октября в 11 часов утра по местному времени. Принять участие в эстафете смог каждый, независимо от пола, возраста и физических возможностей. Маршрут разработали с учетом интересов, способностей и подготовленности участников. В Омске самым подходящим для ходьбы местом определили парковую зону Зеленого острова. И прежде чем сделать первый шаг, омичи приняли эстафету от Красноярска посредством телемоста. Привет, Красноярск! Ренат, здравствуй, как настроение? Андрей, настроение прекрасное у всего города. Я очень надеюсь, что покажет вам общий план, как у нас классно, как у нас много народу и насколько у нас вообще высок градус настроения, что у нас действительно спортивный праздник. Город Омск. Давайте подтвердим Омску, что у нас громко! О! Получив вот такую волну позитива от соседей, уже прошедших свой этап, 2500 омичей немешкой отправились на пешую дистанцию. Это 3 километра по экологически чистому осеннему парку. Я считаю, что этот проект очень уникален, и он будет жить, потому что 11 городов, я думаю, что в дальнейшем больше, наверное, может быть, не по часовым поясам, а сделаем по количеству городов страны, и каждый город будет передавать. Если за средний показатель шага человека взять отметку в 70 сантиметров, то получится, что омичи сделали больше 10 178 тысяч шагов. Вот такая спортивная арифметика. Ну а по подсчетам организаторов, в 11 городах участники сделали 400 миллионов шагов. У меня позитива просто неописуемо. Просто как-то ходить мне вот больше нравится, тем более надо много за день пройти километров. Мы призываем всех горожан заниматься спортом в выходные дни на Зеленый остров. Ну, решили поддержать эту всероссийскую акцию, потому что мы как бы спортивно, видите, как выглядим, и стараемся поддержать все это. Час ушел у омичей на то, чтобы принять пешую эстафету, пройти 3 километра и передать атмосферу праздника в Екатеринбург. Всероссийский день ходьбы прошел в нашей стране впервые. В мире же с 1991 года первый уикенд октября давно зарезервирован под Всемирный день ходьбы. С тех пор к нему присоединились уже 150 стран мира, среди которых теперь Россия, Омск.